И на канале Дим Димыч. Сегодня мы будем делать кокосанки. Печенье это будет из кокоса, из кокосовой стружки, из яйца и из сахара, а еще из одного сахара. Ванильного сахара, и да? Еще из ванильного сахара. Ну что, начнем. Нам нужно высыпать сахар в кокосовую стружку. Потом ванильный сахар. Это что было? А? И грусточка такая. Все, все. Все. Ты мог что, стиснуть за что-то? Вот так вот мы хорошенечко все сейчас вымешаем. Вот у нас получилась такая вот масса. С нее точно получится формировать у нас кокосанки. Возьмем вот такие вот две ложечки. Берите Петя и мне. Берем вот так полную ложечку, набираем. Тимка, мы будем делать кокосанки сегодня? Точно? Так давай тогда, начинаем. Ребята, такой я кружочек сделал. Да, Тимка уже тоже много кружочков наделал. Уже у него с каждым разом все лучше и лучше получается. Молодец. Смотрите, ребята, сколько получается из одной порции много печенюшек. Можно сделать на полпорции, но у нас все очень любят кокос, поэтому мы решили с Тимохой сделать на всю порцию сразу, да? Кокосанки. Да. У нас они очень быстренько уйдут. Ребята, мы сейчас пойдем их ставить в духовку. Пойдем. На 180 градусов мы включили на 20 минут. 20 пальцев должно быть у тебя. Раз, и еще так же. И еще так же. Вот. Друзья, вот наши кокосанки готовы. Это очень вкусно. Смотрите, друзья, что получается в итоге. Они хрустящая корочка, и внутри они очень нежные, сочные такие. Сладенькие, вкусные. Обязательно попробуйте, сделайте. Даже деткам просто самим сделать такие печенюшки совсем не сложно. Правда, Тим? Класс. Всем пока. Подписывайтесь на канал Тим Тимис. И ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока.